Интересная, очень редкая охоточка, не зарегистрирована. Называется она Mystery Woman. В прошлом году я ее приобрела. Знаете, как-то так информации об этой хосте практически нет никакой. Я ее прикопала, она мне растет в горшочке. Но она интересна тем, что, в принципе, окрас у нее то добавляется стрекетность, то убавляется. Но она присутствует практически всегда. Плотный лист. Размер, я не знаю, какого она будет размера. Она у меня растет практически, ну, считайте, пошел второй год, да, потому что в середине лета я ее купила. Вот она дала мне два прекрасных цветоноса. Возможно, у кого-то из вас есть эта хоста. А у нас она уже появляется. Но пока какой-то такой вот четкой информации и характеристики по этому сорту я не знаю. Но я очень рада, что она есть. Я знаю, что это редкость. Знаете, вот я вам говорю, а мошка мне прям по реснице гуляет. И так и хочет мне в глаз залезть. Ну вот что за сезончик сейчас. Так что, вот. Если у кого-то есть какая-то информация по этой хосте, мне бы хотелось дополнить то, что знаю я. Что это хоста привезена из-за рубежа, по-моему, Америка. Ее презентовали одному нашему коллекционеру, и от нее уже вот пошла она гулять по Украине. Так что вот такой вот интересный редкий сорт Mystery Woman.